Мы все хотим с вами успеха в жизни. Но настоящий успех основан на качествах характера, таких как способность любить, способность дружить, благодарить, уважать. Наша программа в Москве будет посвящена именно этому. Как раскрыть свое сердце к настоящим отношениям? Как научиться быть учеником в жизни и победителем, даже тогда, когда приходят самые сложные жизненные обстоятельства? И все, что я сказал, этому невозможно научиться через книги. Чтобы все эти качества, они раскрылись и в нашем сердце, в нашем опыте, нам нужен контакт с личностями, у которых он есть. Эта программа будет об этом, это будет встреча с удивительными людьми. Марина Таргакова, Синдутай Сапкал, удивительные две женщины. Я буду просто рядом с ними. Может быть, просто помогать вам понять лучше опыт их жизни. Для меня это что-то необычное, когда мы втроем будем вести программу в таком диалоге. Постараемся с вами делиться своим опытом, своими какими-то знаниями. Я надеюсь на наш диалог, чтобы в этом диалоге мы все вместе с вами почувствовали настоящее качество жизни. Уверен, что эта встреча обогатит всех из вас. Обогатит мудростью, обогатит опытом, обогатит неким настроением жизни. Если один раз почувствовать это настроение, оно навсегда остается в нашем сердце. До встречи в Москве.